Она является сотрудником государственного учреждения при обслуживании населения и приняла для осуществления государственной услуги от женщин документы, в которых лежала банковская карта. Документы девушка вернула женщине уже без банковской карты. Момент обналичивания чужих денег зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная над банкоматом. Решением суда сотрудницы банка за воровство денег у клиента назначено 240 часов исправительных работ.